посмотрите, как Валентин Иванович летает. Вот посмотрите на него. Посмотрите. Камеру на него на спину. Молодец, молодец. Вот это уже подготовленный человек, который может легко регулировать свое состояние. А я его специально сбивал, я специально направил ваше внимание на него, другой бы смутился, а он нет, он тренированный человек. И вы тоже должны быть такими тренированными. Ну, ничего не говорю. Очень хорошо. Вы знаете, когда сочетаете разминку с управляемыми идиомоторными приемами, опрос. Кого что? Рука идет, да? Поднимите руки, у кого получилось то, что вам показывали психологи. Поднимите руки, у кого получилось. У всех получилось, да? Я вас поздравляю. Реагирование на эти образы. Например, если вы делаете вот это упражнение, расслабились немножко, теперь представляете себе то, чего вы боитесь, наблюдаете в себе ответные реакции, у кого какие, снимаете их раскрепощающими и другими упражнениями, вы очищаете сознание от своего реагирования, выравниваете. 5-6 таких повторений. И вы, когда думаете об этих вещах, уже там ничего не ёкнет. Вы как бы повысили свою устойчивость. А потом вы себя на второй части работы загружаете себя положительной реакцией на эти образы. Например, я представляю себе, каким бы я хотел быть в этот момент. Например, меня на войну направляют. Я могу сюда заложить стереотип реагирования на эту ситуацию. Я буду делать приемы и мечтать, в какой форме я хочу там находиться. Что я как после хорошей тренировки, когда шел по парку, у меня так все внутри пело, такая легкость была, я был готов там слона поднять. Ну, к примеру. Вот этот момент я буду вспоминать и представлять себе, что во время военных действий у меня будет такое состояние.